Пошли, малыш, я тебе покажу сейчас Кузькину мать. Привет-привет, с вами Китти Кейт. И сегодня мы поиграем в симулятор мыши. Кстати, а ты любишь симуляторы? Если любишь, обязательно ставь лайк. А я пойду поделаю что-нибудь интересное. Мы сегодня, кстати, в лесу, и у нас миссия утолить голод. Поесть, что ли? Да, это легко, надо просто выбежать на улицу, и там что-нибудь у нас будет. Давай возьмем малыша с собой, пусть тоже перекусит. Так, что у нас в лесу имеется? Я вижу ягодку, но малышу ее не дам, потому что мне тоже надо немножко подкрепиться, поэтому уж поем сначала сама. Так, о, еще грибочек. Кстати, смотрите, я никогда не замечала, что дом так близко ко мне находится. Я всегда бегала в другую сторону и, получается, пропускала все самое интересное. Да, какая-то я странная, но бывают же в жизни огорчения. Ничего страшного. Так, мне надо малышу, значит, что он хочет? А, он хочет ягодку. Ладно, я тогда поем все остальное, а малышу ягодку. Ох, ё-моё, я испугалась, думала, что это паук на нас бежит. Так, малыш хочет с пауками подраться? Даже не знаю. Можно ли малышам с пауками драться? Это странно, конечно. Но хочет да хочет. По-моему, в доме были пауки. Малыши, хотела сказать. По-моему, в доме были пауки. Сейчас я еще поем немножечко. А то у меня аж первая миссия – голод утолить, раз я такая супер голодная. Все, отлично. Мы заработали новый квест, и это поспать. Ха, какие легкие квесты сегодня. Поесть, поспать. Это ж все, как я люблю. Так, а, кстати, поспать мы можем в домике. Где у нас домик? Это у меня склад, у меня здесь всякая барахлишка есть. Еда, платочки, части от, как называется она, от мышеловки. Для чего мне они? Непонятно. Наверное, чтобы меня никто не поймал. А вот здесь мой дом, здесь моя женушка и мой сыночек. Ну что, мы выполнили новую миссию, это ли не чудо? Ладно, давай теперь посмотрим, что уход за супругой, а как за ней ухаживать-то? Может, ей подарочек надо принести? Сейчас что-нибудь посмотрим, что у нас тут есть. Так, а, кстати, малыш хотел со мной погулять, конечно. Ладно, давай малыша с собой возьмем, пусть он немножечко здесь поиграется. Поест он рыбок всяких, главное, чтобы здесь коты не пришли. А то у нас здесь есть вражеские котики, и они постоянно бегают здесь и что-нибудь от нас хотят. Так, сейчас я его научу жизни, уму-разуму, так скажем. И мне что-нибудь бы, колечко какое-нибудь, что ли, найти для моей любименькой женушки. Так, давай я тоже поем немножечко, потому что вдруг... Ой, я не съела, что ли? Ха-ха, прикольно, я не знала, что если прыгнуть во время еды, то ты не сможешь доесть еду. Так, я так смотрю, у нас... Ничего интересного нету. А что я своей дорогой подарю? Так, ладно, сбегаю сюда, посмотрим здесь. Здесь тоже ничего нету. Эх, блинский! Блинский кораблинский паук! Паук! Я просто на него прыгнула! Это кошмар какой-то! Я реально испугалась. Просто до чертиков испугалась. Откуда он вообще здесь взялся? А, наверное, в этом ящике жил. Фух, страшно было, страшно. Ладно, пойдем попьем. Надо малыша напоить. Кстати, я даже не знаю, где здесь можно попить. А, я думаю, что можно вот, наверное, вот там вот раковина есть. Сейчас прыгну. Прыг. И, фух. Главное, чтобы плита была... О, бой, 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 бой. Сейчас будет бой. Сейчас, сейчас мы вот эту вот мышицу... на тебе, что ты здесь бегаешь? Это наш хозяйский дом. Дай нам немножечко поесть здесь и попить водички. Но мы пить хотим вообще-точки. И заодно поищем приз для нашей суженой ряженой. Вот и водичка. Ага, а воды-то здесь и нету. Жалко, жалко. Или что здесь получается? Вообще нету воды, что ли? А как быть? А как быть, если здесь нету воды? Странно, странно. Ладно, побежала еще туда сбегаю. Я знаю, конечно, где одно местечко с водой есть. Гарантированное, так скажем. Так, кстати, вот стол здесь тоже прекрасненько. Может быть, покормим кого-нибудь и сами поедим давай. Ну а чё? Хлеб лежит, никому не нужный. Давай поднимем заодно и отнесем в норку. Я предлагаю сбегать в ванну потом и в ванне устроить водопитие. Водопой, так сказать. Ой, что? Ты не хочешь пить уже? Какой-то у меня неопределившийся ребенок. То он хочет, то не хочет. Так, положим... Ой, подожди. Это не то место. Это ж моя нора. Так, а если... Если подарок принести хлебушек, можно подарок хлебушек принести? Нет, нельзя. Эх, 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 как же ухаживать-то сложно. Ох уж эти женщины. Так, ладно, хлебушек положим, пойдем искать дальше. Где там был выход? Выход был вот, вот где-то был здесь выход. Вот здесь, наверное, мы вышли. Да, здесь зашли.
Все, отлично. Фух. Опять он паука своего показывает. Я реально его боюсь. Так, мне бы попить. Я здесь попью, в общем. Так, попью и я, и малыш пусть попьет. А то вдруг воды больше не попадется. Здесь вообще, на самом деле, очень редко, где есть вода. И... А мне надо подарок. Я, конечно, знаю одно читерское местечко. Это... О, мышь какая-то бегает. Ай, ладно, пусть бегает. А пойдем на улицу, может, сходим? На улице гарантированно есть подарки. Подарки. Так, что у нас здесь? Ага, здесь у нас ничего, подарков нету. К сожалению, подарков вообще мало, на самом деле. Так, катань тоже нету? Фух, слава тебе, Господи, повезло. Мышь есть, но мышь нам не страшна. Мы потому что от нее бежим. Кстати, вон там еще паук бегает. Божечки-макрошечки, еды столько валяется, ну как всегда. О, мышидза, мышидза, привет! Привет, я думала, ты с нами дружить будешь. Она не хочет с нами дружить! Эх, эх, мыши-мыши, какие-то они недружелюбные, вражественные, что ли. Даже не знаю, что драться-то сразу начинать. Ладно, пойдем перекусим и поищем. Здесь, может быть, есть какое-нибудь колечко. Я помню, тогда находила кольца для моей супружечки и всякие там подарочки. А если не сможем найти, то, знаешь, сделаем, О, еще одна мышь. Да сколько вас здесь? Это сегодня какие-то атаки прям. Прям атаки-атаки. Да, сложная жизнь мышей. Однако, посмотрите-ка. Они просто на меня без перерыва пытаются напасть. Так, ладно, я пойду. Ага, не смогла, ну ладно. Тогда попробую вот здесь вот подняться снова. И там паук, да боже, а пауки-то здесь откуда? Здесь вообще кто-нибудь живет? Хлеб раскидали, сыр раскидали. Пауки, мыши везде ползают. Фу-фу-фу, такими быть. Так, малыш, да малыш, я тебе хлеб дала есть вообще-то. Да что ж такое-то? Как его заставить хлеб есть? О, наконец-то. Супер-пупер. И ваш ребенок уже совсем взрослый. Он у меня подрос. Он у меня стал взрослый, кажется. Так, это приятная новость. Это приятная, прекрасная новость. И мы опять ничего не нашли. Ну и ладно. Пойду-ка я убегу отсюда. И пойду тогда на улице цветой. А, кот. Делаем ноги. С котом нам не справиться явно. Фух, я, кажется, сбежала, повезло. Я смогла сбежать. Я просто думала, что я сейчас не смогу и проиграю просто все на свете. Так, давай булавку эту положим здесь, и мне надо найти выход на улицу. Где тут выход на улицу? Вот это может быть. А, вот, отлично. Сейчас мы найдем цветочки. Вот, я уже вижу цветочек. Сейчас принесу цветочек, и она точно будет счастлива. Кстати, ее можно взять с собой. И, может быть, я смогу... О, отлично, я могу ей сразу дарить подарки. Здорово, я-то не подумала об этом. И что же у нас? Прогулка с ребенком. Мне придется зайти обратно. Ладно, нам здесь, наверное, это не нужно. Давай возьмем вот эту, что ли, еду. Интересно, она здесь вообще пригодится в этой норе? Она же вроде уличная. Посмотрим сейчас. Так, мы можем, да, выполнять постройки. А, куда орешек делся? Очень странно. Ладно, пошла я на улицу обратно и возьму с собой малыша, чтобы он со мной погулял и перекусил тут все такое. Да и вообще, это же приятно с малышом погулять. Он у меня будет счастлив, я тоже буду счастлива, пока у меня есть силы, потому что скоро я чувствую... О, я что-то вижу. Пошли, малыш, я тебе покажу сейчас кузькину мать. Смотри, что здесь есть. Сыр золотой. Это ли не чудо? Так, давай возьмем с собой сено, и я покажу моему малышу, где здесь, в общем-то... Так, прогулка с ребенком. Нет, ну я его взяла, и что? И что, мы гуляем? Почему не увеличивается уровень? Это странно, ну да ладно. Пойду поищу свой дом второй, потому что думаю, что мне может там сено какое-нибудь пригодится. Кстати, у меня он где-то на полянке. Я, конечно, не очень помню, на какой. Так, мухомор мы не едим. Где мой дом? А, внизу, наверное, внизу. Точно, мы же наверху сейчас. Фух, я уж дом свой потеряла. Вот здесь я все помню. Нет, не здесь. Где мой дом? Божечки-макарошечки. Дом, подсветись хоть что ли. Я, кажется, дом свой потеряла. Да, бывает же в жизни огорчение. Дом потерянный навеки. Ладно, я, в общем, не знаю, где у меня тут вообще дом должен быть. Змея. Вот делаем ноги. Ага. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Все, убегаем отсюда. Я так думаю, что я куда-то не туда пошла, что ли? А где мой домик? А где мой домик драгоценный, дорогой? Вот там. Все, я нашла свой дом, наконец-то. Фух.
А то я уже успела испугаться этой змеи. Так, и я думаю, что мне надо вот это сено отнести на всякий случай. И не знаю, как сделать, чтобы мой ребенок нагулялся. Это странно. Ладно, ребят, а на сегодня все. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И я спать. И не забывайте колокольчик нажимать, чтобы новые видео не пропустить. Так, здесь можно, кстати, дерево целое посадить. Прикольно, прикольно. Ладно, я что-то не понимаю, как гулять с ребенком. Видимо, я что-то делаю не так. Ну да ладно, пойду посплю. Всем пока-пока и до новых встреч.